слышали ваших куплетов. Это какие? Я понимаю, что наши как. Попивки, что ли, куплеты, да? Хотя пыталась ходить на концерты регулярно. Но не получалось, не была ни на одном. Но пыталась. Но главное регулярно. Эл Сергееву. Нас много еще на сцене, Николаевич. Была одна история гениальная. Концерт идет, и я вижу, как человек передает записку. И вот она идет, идет, идет по рядам, идет, идет, доходит. Я заканчиваю песню, беру записку, написано. Эл Сергееву. Леониду Сергееву. И в виде такого треугольника солдатского. Я так его раскрываю. И первое слово. Серега! Спой такую песню. Там была запись Леониду Сергееву. Если можно исполнить просто песню «Колоколенко». Эту исполню чуть позже, конечно, позже. Без «Колоколенко» тоже, как же. 30-то с лишним лет уж, как же. Вот. Ну, сейчас во второй части нашего общения сюрприз вас ждет еще. От Евгения Николаевича. Педалька нормально все там? Ну, поехали. На пикову. Пикового туза погадаю, а что выпадет, о том не расспрашивай. Я поеду в город Тверь к Чигадаевым, я поеду погостить к Свете с Сашею. Доберусь я до ребят поздно вечером, на звонок не стану жать, постучу слегка. А как спросится, кто там, то отвечу я, что приехал. Мотался по земле ли, по небу ли, выбирался из воды не совсем сухим. Скажет Светка, что меня долго не было, скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия побьем, эко не видом. На гитаре побринчим, очень старенькой, на церквушку поглядим, что в окне видать. Расскажу я им, во что еще верую, и прикурим от последней, от спички мы. И рассвет продрет окно тряпкой серою, и поеду я назад электричкою. И в вагоне для себя что-то враз решив, отпущу в окошко птицу пиковую. И состав на повороте, замедлившись, изогнется мне на счастье подковою. И состав на повороте, замедлившись, изогнется мне на счастье подковою. Счастье отрывном.
остановках шум и толчия, привычный образ ждущего народа, но наш трамвайчик не сбавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я, но наш трамвайчик не сбавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротечной, и вроде бы немного до конечной, но снова начинается кольцо, и вроде бы немного до конечной, но снова начинается кольцо, и снова возвращение печать лежит на стеклах трещин паутиной, и снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что никак не поменять, и снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что уже не поменять. Слегка искрящий желтенький трамвайчик бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастье ждет. Бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастье ждет. Все знают цыганочку с выходом, да? А у нас с уходом.
чем уходняк. Уходняк, исполнение Евгения Николаевича Быкова. Который, я всегда говорю, почему так тонко чувствует цыганскую натуру? Потому что целый сезон в Тюменской филармонии он проработал цыганом. Ну, в трудовой книжке было написано «Цыган Быков», да. А след от сережки, я всегда говорю, только-только начал зарастать. А яловые сапоги продал. Продал, да. Как курить бросил? Он тоже бросил курить, кстати. Видите, как поправился? По-моему, сейчас человека три курящих захлопали. Аплодисменты побурнели, чем в первый раз. Вот. Ну, цыганочка, она такая, сегодняшнего дня, такая, с большой АЖП. Вспомнил фразу. Аббревиатура, которую когда-то сам же придумал, АЖП, это большая активная жизненная позиция. Вот. Однажды я ее пел в Сбербанке, когда бардов позвали. Барды пришли с большими пакетами, знаете, из сумки в Сбербанк. Кто-то рюкзак даже принес, а балаковский такой. Ну, с тем же и ушли, собственно. И вот когда я начал петь эту песню, а подарил бы мне Газпром акции 2%, я бы деньги сразу в дом, до рубля, до цента. И вот когда я дошел до этого места, недалеко ушел. С одним мужчиной случилось худо. Он сидел так, что я видел, как он сидел. И он так сползать начал по креслу. У него был портфель прикованный наручником к руке, пухлый. И он стал смеяться до посинения, когда он услышал 2% акций «Газпрома». Я остановился, я говорю, вы знаете, сколько это, да? А он только так, ну, человек начал, просто, да, его вынесли, водой отливали. Потом кто-то, добрая душа, сказал мне, что такое 2% акций «Газпрома». А вот кто не знает из вас? Ну, всего-то 2% акций, так вот, всего-то «Газпрома». Люди, многие печали. Многие печали. Мне сказали, я опечалился, да. Да мне там посмотреть бы на это. Через толстое стекло какое-нибудь. Николаевич, это не только нам бы. Это и им бы, и ум бы, и ам бы хватило. В общем, да. А подарил бы мне Газпром акции 0,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 
в дом на рубля до цента. Подарил бы Рослеспром на кубометров 200, а я бы бревна тоже в дом, все целей на месте. Подарил бы мне Сбербанк пачки три валюты. Я очень рассчитывал на эту строчку, зря. А закурил бы я за бабы, сделала пальцы гнуты, и толкнул бы газ лес, поменяла валюту, и купил бы у небес лишнюю минуту, а потом бы еще чуток, да и прошло б не насте, а там глядишь еще пяток, и настало б счастье. Не бывает, что за деньги всем подряд время начисляют. Не мобильный телефон, человек, однако, срок закончен, выйди вон, а нет, живи, не квака. И, брата, поквакал бы и дальше, мил май, ну и ладно, ну и пусть, живы, значит, живы. Так зальем тоску и грусть водочкой и вам. Да, ребята, я такой, мне не надо лишку. Как-то, помните, вознесись, не возносится, разрешить пешком. Подарил бы мне Лукойл нефтяную вышку, и тогда уж не зевай, а жили красиво. Ребята, наливай, чё-чё, водочки и пиво.
черноголовой. Между прочим, чтобы еще раз, как говорится, закрепить в подсознании образ инструменталиста Евгения Николаевича Быкова, сейчас он продемонстрирует вам... Мы не с пустыми руками. Мешок. С котом. Да. Рекспекс. Вознесись. Вознесись. Это сушеная гитара. Используется чисто в мирных целях. Чуть присолить, потрусить, гитара так. Называется она гортанным гавайским словом «укулеле». Евгений Николаевич Быков – коренной гавайец, я вам скажу. Вы знаете, как раз в городе Курган есть район, Гавайка называется. Вот он там проживал. Гавайцы, гавайки, гайки, болты, они тырили с Курганского тракторного завода. Вот. И он там освоил... И до сих пор осваивает тяжелый, я вам скажу, стиль игры на этой четырехструнный инструмент. Четыре струны. Одна явно лишняя, я вам доложу. Но Евгений Николаевич умеет играть на этом инструменте. И вы знаете, он достиг таких высот, что когда с Лидией Олеговной Чебоксаровой они выступают, она выходит, такая маленькая женщина, хрупкая, с большой гитарой. И рядом стоит такой... Встань, Николаевич, чтобы посмотрели, как смотрится на тебе это. Нормально, да? На самом деле, это будущее авторской песни, понимаете? Я все время думаю, как бы сконструировать надувную гитару. Надул струну, натянул и сыграл. И сдул, да? А это в карман сунул сзади. А ну как прокол выйдет ли у меня какой? Какой прокол? С этой-то. И вот все такие, бас-балалайка, представляете, там дуру такую таскать. Контрабас, отдельный билет в самолет. Когда мы летали с песнями нашего века в Америку, контрабасу отдельное место покупали. Золотой контрабас получается, понимаете? Значит, место в гостинице отдельно. А тут взял, в карман сунул и все. И вы знаете, вот в чем, Леонид Александрович, правда, потому что это очень-очень удобно. Я вообще полюбил всякие маленькие такие изящные вещи, с ними жить как-то проще. И вот нынче весной из Израиля мы возвращались, когда... Страна маленькая. Да, а возвращались мы в начале мая месяца, вот, это как раз 2 мая мы возвращались, в мой день рождения, и у нас осталось ровно 38 шекелей, чтобы отпраздновать все радостные события. Мы в тамошнем кошерном Макдональдсе это, в общем-то, и сделали. И ну, какие-то мы такие были радостные, вообще райское место в мае в Израиле. И таможня, вот она решила, видимо, докопаться до причины нашей радости. И нас начали так прощупывать очень детально. Этот инструмент маленький, его быстро там какой-то ящичек засунули и вернули нам его. А вот этими двумя, в общем, занялись уже довольно серьезно. И я взял его, думаю, надо скоротать время, и начал наигрывать вот эту мелодию. Дедушка такой ветеранского возраста и говорит, что, сынок, по родине тоскуешь. Ну, а сейчас мы немножко... А сейчас мы кинемся в другую географическую крайность. В свое время на куске земли под названием Венесуэла родилось несколько вариантов того, что вы сейчас услышите. Венесуэльский вальс. Он известен в классическом исполнении классичнейших из музыкантов, в авторской песне, по-моему, несколько человек только его играет там.
Тима Ведерников, да, играет? Да, все играют, он хороший такой. Ну ладно, все играть не умеют. По пальцам можно перечислить, кто умеет. Что же, как Городницкий играет венесуэльский вальс. Нормально, да? Он его поет. Ну, поет, да. Хотел бы я послушать, как Александр Алексеевич поет венесуэльский. Ну, приходите к нам на концерт. Сначала надо слова сочинить. Слова сочиним. Короче, сейчас вы услышите, как я играю венесуэльский вальс. А Евгений Николаевич Быков аккомпанирует. Ой-ой-ой. Такая честь. Просто он засиделся. У нас как перерыв, заходим за кулисы, я сразу сажусь, а он начинает ходить нервно. Работа у меня сидящая. Николай, еще так. Ну и начнем. Подожди, произведение классическое, я должен настроиться. Педаль хочешь тебе дам. Ты, пожалуй, один раз уже сломал ее. Я сломал? Да, больше не дам. Инструмент маленький, а энергии жрет. Большая, извините, бас-балалайка. Ну, продолжаем движение по биссектрисе, Евгений Николаевич. Второе. Хорошо. Что мы сейчас делать-то будем? Домой пойдем. Не, ну погоди. Нынче летом. Вот песни 3-4. Жару вот эту суровую. Едем мы на концерт в Гнездо Глухаря, так этот, который еще на Автозаводском там был, да? На Тульском. Полянка. На Тульском. Метро Тульское. Жара невозможная. И только вот мы от автомобильного кондиционера более-менее в себе пришли и так начали рассуждать. Вот, Лень, вот смотри, сегодня жарко-жарко. Да. Выходной. Вот ты бы сегодня пошел на концерт Леонида Сергеева. Нет. И я бы не пошел. Вираж такой сразу. И чего же мы с тобой тогда едем? Ну, не все так считают. Ладно. Спасибо вам, что пришли сегодня. Поем очень веселую песню, в которой прозвучат тосты. Потому что, ну, каждый поход на концерт – это праздник, правильно? А что такое праздник? Это праздничный стол потом. Это как бы разгоряченные, да, сразу от рампы. Столу, а стол это что? Это тосты, это дружеское общение, это беседа, это тамада. Вот. Песня про тамаду, песня тамады, песня о тамаде и тосты там. Это такая неловкая, но привязка, тем не менее.
1887 году грузинский просветитель Давид Чебенишвили издал русско-грузинский словарь, где впервые было обозначено понятие томатовства – старшинство во время питья вина. Согласно словарю Чебенишвили, в далекие ушедшие года, чтоб гости морды с рюмками не били, к застолью прилагался тамада. Он говорил, и годы проходили, эпохи исчезали без следа. И гости морды с рюмками не били, а слушали, что скажет тамада. А суббота лучше, чем среда. Тамада, тамада, тамада. А в стакане точно не вода. Тамада, тамада, тамада. А чему черепаха не летает? Не хочет. А чему рыба живет в воде? Ей там нравится. Так выпьем же за молодых. А если пьешь один, тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если пьешь с друзьями, это да. Тамада, тамада, тамада. Однажды один молодой джигит увидел красивую девушку. Потом он закрыл журнал «Плейбой», и девушка исчез. Так выпьем за стен нашего дома, на который, Коваль Иванович, никто никуда не исчезнет. Сегодня тоже много выступают, и тоже очень много говорят. Но вдребезги рюмашки разбивают, и морды бьют конкретно всем подряд. Но я скажу и только между нами, запомни, чтобы детям передать. Уж если рюмку поднял ты как знамя, то знай, кому когда и что сказать. Ай, без труда не выпьешь из пруда. Тамада, тамада, тамада. А если тоста нет, вино бурада. Тамада, тамада, тамада. Однажды один гордый шашлык стоил 870 рублей. Так выпьем следующий бокал этого прекрасного вина. Не закусывай. А за женщин выпьем мы всегда. Тамада, тамада, тамада. В 45 любая ягода. Тамада, тамада, тамада. Однажды один молодой горный орел взлетел высоко в небеса. Но увидев на земле маленькую решку, камнем упал вниз. А дальше я еще не придумал. А если бьешь один, тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если бьешь с друзьями, это да. Тамада, тамада, тамада. Ой, без труда не выпьешь из пруда. Тамада, тамада, тамада. А если тоста нет, вино бурада. Тамада, 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 тамада. Тамада, тамада, тамада. Хотел сказать, Евгений Николаевич, я жизнь два раза работал грузином, но не сказал. Что-то так, да? Так. Блок дальше пошел тоже. Что такое наша жизнь? Это зебра, да, полочка белая, полочка черная. Давай, когда я стану стариком. Давай. Когда я стану стариком, к друзьям приеду вечерком, к таким же старикам, отбросив в сторону клюку, скажу, налейте старику, я вновь вернулся к вам. И мы немного посидим, в глаза друг другу поглядим, и первый час пройдет, потом тихонечко споем, потом немножечко нальем, и первый день пройдет. Мы будем спорить и кричать, ругаться.
пришел, и с кем нам было хорошо, и годы пролетят, и пронесутся день за днем, мы всех ушедших подождем и встанем на крыло. Зимний лес, помашем крыльями с небес, таким же молодым. И пролетая зимний лес, помашем крыльями с небес, таким же молодым. Погода мается и лупит каплями дождя, а старшина все чертыхается, мол, снова лежа спать нельзя. А мы в забытой богом Пруссии сидим два месяца подряд, и по ночам про Белоруссию поет мальчишечка комбат. Здесь звезды красные, зеленые, то снизу вверх, то сверху вниз. Здесь все становятся влюбленными в одну и ту же даму жизнь. И мы в забытой богом Пруссии ее ловили на прицел, а наш комбат из Белоруссии с ней объясниться не успел. И сыплет каплями дождя, а старшина все чертыхается, мол, снова лежа спать нельзя. А мы в забытой богом Пруссии живем два месяца подряд, и по ночам про степи русские поет другой уже комбат. Появилась за несколько лет до Колоколенки, который в этом году 32 года. Стоит колоколенка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку, с
возраст такой-то матери наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куриными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова до сержанта Мохова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старший Крупенников говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой, раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык приложивал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную слева клал сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. И я ее испробовал, вспомнил маму родную да папулю родному, быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, цариночка, малая песчиночка, глаз попала лютому, дернулась рука. Я от винтовку выронил, топал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стрелянный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад, сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшка да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшка да геройский взвод. Мы просто те, кому не повезло.
что родились мы здесь во столько и тогда-то, и жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что душенька крылата, сначала, правда, нужно умереть. Мы чеканим шаг по батальону, держа равнение строго на закат. А впереди майкопская колонна, а сзади те, кого забрал Герат. И воздух рвут лихие музыканты, и небо недалекое светло. Мы не герои и не оккупанты, мы просто те, кому не повезло, что родились мы здесь во столько и тогда, и жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что душенька крылата, сначала, правда, нужно умереть. Летят, как трассеры ночные, а мы сквозь них идем, и путь далек. А через нас спешите вы, живые, не зная, что как только выйдет срок, раскатятся небесные куранты, в июле упадет на землю град. И не герои, и не оккупанты закончат свой невидимый парад. И мы родимся здесь во столько и тогда-то, и проживем две жизни за одну. И будут наши душеньки крылаты, и станут наши душеньки крылаты, и будут наши душеньки крылаты, и улетят на новую войну, и улетят на войну. Взятым быть на абордаж. Справа знойное соседство, слева старенькое детство, посредине самоедство, аж до третьих петухов. Серебрит рассвет окошко. Где же бродит эта кошка? Не бывает понарошку отпущения грехов. В тишине звенящей молча я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, что мешает тихо жить, тихо топать по дорожке? Где же бродит эта кошка? Забежала бы она немножко, было бы с кем поговорить. На столе листы бумаги, словно сдавшиеся флаги, а на них обломком шпаги грифель от карандаша.
слово место не находит. Кто моей рукой водит? Где же кошка эта бродит, грешноглазая душа? Тень скользнула по паркету, переломан лучик света. Как хорошая примета, дождь ударился в окно. В однокомнатной вселенной, с теплой грелкой на коленной, мы мурлычем вдохновенно. И что будет, все равно. Циферблат с будораженным ежиком начал время гонять по углам. Малосольный огурчик скукоженный аккуратно делю пополам. Ну, поехали, зеркало в трещинах, за конец календарного дня, да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Ну, поехали, зеркало в трещинах, за конец календарного дня, за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придумал, выбирая пути наугад. И гитара с потертыми струнами не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила, душу рвал на несчастных шести. И казалось, что самое лучшее за ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущему, что не кончится этот полет. Ну а та, ожиданием живущая, все простит и, конечно, поймет. Время ежик клубочком свернувшись, укатило по лестнице вниз. И сижу я, еще не вернувшийся, но уже не поющий на бис. Где-то ждет незабытая женщина и на ниточке крутит кольцо. То ли зеркало слишком уж в трещинах, то ли просто в морщинах лицо. Иллюстрация из книжечки «Фарш», в чем я сказал, что там хорошие люди окружают меня в этом диске. Стравинский, Вагнер, Букстехода, жаль, нет, но ничего. И Евгений Николаевич Быков, тоже дерзновенной пятой, поправший это композиторское сословие и занявший свое определенное, безусловно, место. Нечем. Ну, я стих тогда сейчас врежу. Да, он написал удивительную финскую народную музыку на стих, который называется «Эпос». Эпос. Да, как сказать, «Легенда о Маришке». Нет, это «Эпос». «Сегодня мне прощаются все мои грехи. Клал я свою музыку на твои стихи». Много лет я слышу дерзкий ответ юного гитариста начинающего. И не могу ответить. Если будут какие-то мысли, потом за автографом приходите, мы тут два дня будем сидеть ждать. Может быть, ответ какой-то есть. Я начинал писать неоднократно, но все получалось не так. Он врезал так. Пахнуло серединной частью Южной Финляндии сразу. Да? Лапинранта, Вирот, Ювескюла. Это я еще терцию не подключал, сейчас подключу. Это мы пойдем тогда уже в Лапландию сразу. Собственно, номер-то закончен. В маленьком уездном городишке. Нет, не в городишке, в деревушке. Девушка жила красиво слишком, так о ней судачили подружки.
А она, тряхнув короткой стрижкой, бегала с ватагою мальчишек, и вихрам, открыв свои подмышки, нарастала из своих платьишек. Девушку прозвали Кайскюла, что по-фински значило Маришка. И в ее родимом Ювескюла все ее любили, даже слишком. Старый Тойва Антикайне-младший под карельской синей под березой говорил, что нет Маришки краше, утирая трубкой свои слезы. Сын его, Лоренцо из Пьяченцы, далеко ходил рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и немцы, и Тыльгын, и однорукий Боря. Волны в море выли и гудели, и Тыльгын с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был в пределе, черпаком вычерпывая воду. Как-то раз, метнувши на удачу свой гарпун в районе Чеченицы, услыхал Лоренцо крик отдачи и увидел раненую птицу. Гага била крыльями под ветер, но гарпун вонзился в тело слишком. И вскричал Лоренцо: «Донор Веттер, ты моя Генка, я твой вспышку, но Махитопа моя Ундина!» Так, а все слабело и слабело, и, упав на плечи Тыльгына, от рыданий сотрясалось тело. Либерийский танкер маршал Громов шел из Порто-Фресо до Карлхурста. И уже почти подплывши к дому, люди увидали белый остров. Да, друзья мои, печальной песни на волне покачивалась гага. Ворон смерти вился в поднебесье, и гарпун торчал, как древко флага. Машинист лебедки Трончка Вилли поднял гагу нежно, как ставриду. Доктор Автандил Хинкальшвили обработал рану стрептоцидом. Капитан, обветренный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: «Кряк!» Немало ей досталось, пусть живет, забыв про злое лихо. И, о чудо, после промедола гага как-то странно так встрепенулась, и как будто не было укола, девушкой прекрасной обернулась. Так вернулась к жизни Каэскюля. Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черствый скажет: ну и что же, это, мол, легенды, мифы, сказки. Нет, друзья, в камчатском пароходстве танкер маршал Громов уважает. И его с начала судоходства сотни камчедалов провожает. А команда та души не чает. В озорной буфетчице Маришки все ее леют, ублажают, а Хинкальшвили даже слишком. А Лоренцо почернел от горя, многократно проклял все на свете. Запасной гарпун закинул в море и теперь работает в газете. Пишет репортажи и заметки и кричит: «I love you, my Kleine!» Но лишь Феттер страхует фетки, пух какачи, слов на снег, печальный. Спасибо, Кито. Горит очаг, трещит свеча,
чего не говорят. Позабыв свои обиды в прежней сутолоке дня, приглашают годы гиды на экскурсию во меня. А где тот я, где песня моя? Она о том, что где-то дом тому огня. Умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, и будет день. Спасибо.